Всем привет, с вами Марс, и мы продолжаем проходить дополнение к Скайриму Dragonborn. Мы в прошлой серии пришли в две мирские развалины с Нелотом и нашли черную книгу. Теперь нам нужно восстановить подачу к читальному залу двемеров и, собственно, достать черную книгу. В этой серии, я думаю, мы этим займемся сполна. Я не знаю, что ждать от этого подземелья. Но я уже вооружился кинжалами. Так, ясненько. Большой зал. Механизмы. Ага, у меня нету предмета. Да шо? Ну, давай. Only operate when a cube is in the pedestal. Now, unfortunately, I only have one cube. These four boilers provide steam to the room upstairs. Uh-huh. They're shut down, but they still respond to the control cube. So, if we can find four more cubes, we can turn these boilers back on and restore steam power to the room upstairs. Then I should be able to open the book's protective case. Bring that cube, we'll need it. То есть, если я его заберу, вода обратно поднимется, ясно. Here we are. This device shows the location of four core cubes in this section of the city. It looks like most of the cubes were moved to the lower level, perhaps to try to control the flooding before the city was abandoned. Interesting. That would suggest that the city must have... Ясно, короче, нам надо найти еще кубы. Тут не оставляется. Хорошо. Идем в мастерскую. Я так понял, нам нужно собрать 4 куба, чтобы заработали насосы и опустился, судя по всему, тот железный мост большой. Так. 2 у нас уже есть. Ясно? Ну, обычные вражины. Ясно. Давайте поставим 1. И 2. Ага. Хорошо, если я 1 заберу, сколько вода поднимется? О, не падай, не падай, пожалуйста. По колено. То есть можно, в принципе, с одним ходить. Две мирские машины уже повылазили. А. Иди прочь. Так. Ага. Понятно. То есть нам теперь туда надо перебраться. Центурионы.
А вы не активны пока? Ну ладно. О, смотри, получилось. Я думал, не получится. Да, у тебя ничего нету. Разве что стрелы. Оп. Оп. Ага, то есть это в принципе не вариант, да? Что с тобой не вот? Какой-то ты странный. А тут чего? Сундук. Ладно. Давай, адепт. Все. Идем забирать какой-то третий куб. Так. И что-то сейчас, я думаю, случится. Надо валить отсюда. А то еще сейчас затопит это все к хренам. Да, я так и думал. Я так и думал. Вы еще не активировались? Странно. Уже пора. Ну давай. Так, и теперь надо вставить второй куб, чтобы опустить по полной уровень воды. А, нет? Ну, на нет. А сюда нет? И высоко оно поднимется. Ой. Бежим нафиг. Думал, сейчас вся комната тупо затопится. Это вообще ажас. Так, хорошо. Опа, тут закрыто. Что будем делать? Может, понизу как-то? Большой зал. Я не хочу в большой зал, мне туда надо. Там вот что-то есть, наверное, еще один куб. О. Судя по всему, придется тупо два вставить и пойти искать еще один. Давай, опускайте воду. А, то есть теперь сюда. Ладно. Да никуда это не ведет, нас, короче. То есть тупо тупик, завал. А, то есть поднять уровень воды. Хорошо, но как мне это сделать? Забрать куб, может быть? Тут затопит все ровно по этот мост. Не знаю. Хотя, может быть, это и есть тот выход, что нам нужен. Я не уверен, конечно. Но вода должна, в принципе, подняться. Да, это оно. Ну вот. Хорошее решение. Так. О, блин, оно живое. Ну, вашу мать. Лох. Блин, я думал, ты еще живой. Так, все, у тебя больше ничего нету. Забираем куб.
уходим отсюда. Твою мать! Под водой? Там у вас в заднице. Все, короче, уплываем отсюда. Я монах. Хотите, бейтесь там. Я вообще драться не могу в воде. Так. С этим, в принципе, закончили. У нас есть 4 куба или еще нет? Так, ну зато теперь я могу опустить воду достаточно. Блин, что ты делаешь? Прекрати. Хватит. Прекратите, задолбали. И не пишите мне в стиме, я занят. Я нет, я умер. Так. Куда? Туда или туда? Так, тут 2 куба, значит нам сюда. Хорошо, побежали. Открывай. Акведук. Прекрасное место. Значит, тут будет еще больше воды. Еще выйдете? Кто это пришел? Что это такое? Вемерская баллиста. Ходячая баллиста? Прикольно. Кого это ты призвал? Пепельный страж. Слушай, Нелот. А не ты ли виной пепельному восстанию, а? Так, ну хорошо, мне надо... Прекратите. Мне надо мосты поднять. Или опустить. Сейчас посмотрим. Опустить. Так. Один опустил, один поднял. Элементарно. Ватсон. Вон. А, этот ушел от меня. Я думал, они все рядом. Так, а тут что? Блин. Вот не вот. Еще. Куда ты? Спокойно. Ага, теперь сюда. Ага, то тут я не мог пройти, да? Надо было это все обходить. Хорошее решение. Молодцы разработчики. Могли бы хотя бы стену тут поставить. А, ну они, в принципе, поставили. Ясно. И мне надо что-то сделать внизу. Не просто так же, что я это все открывал, верно? Да, судя по всему. Там просто водосток. Значит, сюда. Открывай.
Тут где-то должен быть последний куб, который мы ищем. А, просто ловушки. О! Херня. Блин! Меня чуть дверь не убила. Типа. Есть. А, ну все нормально. А, вода! Да. Все нормально. Так, а куда она? А, сюда. Хорошо. Надо забрать там тот. Не понял. Кто забрал последний куб? Мелод. Мелод, пошли. Если ты забрал последний куб, то так и скажи. Ага, нам не сюда. Я думал, нам сюда. А нам где-то куда-то вниз, что ли? Сюда? А, да, точно. Тут же ж я убивал их. То есть у меня есть уже все кубы. Хорошо. В принципе, справились с этой задачей. Раз. Два. У вас не осталось. Блин. А, спасибо. Так. Теперь сюда. И судя по всему, один придется отсюда вытянуть, да? Ладно. То есть это по-быстрому надо будет сделать. Все, все, все наверх, наверх, наверх. Ой-ой-ой. С одной комбо. И все. Понял, чувак? Это называется клип. Так. Большая пластина нафиг не нужна. Ну, сапфир заберу. Хотя нафиг, я этих сувениров. Чё это, сундук? Ну ладно. Луки, 30, о, стоп. Нордская секира, угу. Красиво выглядит. А это? Запасы сил, ай, пускай лежит. Мне не надо. Так, всё, то есть. Пар подали, все нормально. Теперь идем книжку забирать. Хорошо. Такие достойные головоломки, в принципе. Даже не головоломки, а просто походить, пособирать эти кубы. Прикольно. Это с водой хорошо реализовано. Там эти насосы, ну, круто. Что, не открылось? А, стоп, тут же ж кнопка. Так, поехали. Yes, it worked. The steam is blowing. Now, it should be as simple as... That should do it. At last. I hope it was worth it. О, да. Слышь, давай не будем, а? О, подожди, расскажи мне про Гермеуса Мора. Ah,
То есть он тоже доэдра. Ясно. Очередной доэдра. Что ж, а в следующей серии мы прочитаем, собственно, эту черную книгу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.